Две недели ребята готовились к этому фестивалю. Сами делали флажки, леночки, придумывали кричалки. Более 300 студентов пожелали быть волонтерами на Олимпиаде. Посмотреть игры в первые дни им едва ли удастся. Но будут выходные, бесплатные билеты на соревнования и многие другие плюсы. Наш центр волонтерский Тверского госуниверситета участвует непосредственно в этом событии. Мы готовим более 1000 волонтеров для участия в Олимпийских играх. И поэтому этот фестиваль мы решили посвятить Олимпийским играм и эстафете Олимпийского огня, которая проходит сейчас в нашей стране. Фестиваль так и называется – Олимпийский факел доброй воли. 22 проекта было заявлено для участия в конкурсе. Организаторами было отобрано 13. Цель данного мероприятия – обучение начинающих добровольцев основам волонтерской деятельности. Надо сказать, что действительно фестиваль является доброй традицией, потому что пропагандирует ценности добра, ценности знания, вообще в целом добровольчество и волонтерство как значимого ресурса в реализации и решении социально значимых проблем руками молодежи, делами молодежи на территории города Твери и Тверской области. В рамках фестиваля предполагается оказание поддержки лучшим социальным проектам. Более активным волонтерам будут выданы призы. Мы репетировали, значит, флешмоб, девочки ставили танец, также несколько площадок подготовили название и готовили, как нужно управлять командой вот этими площадками, как заинтересовать, контролировать время, смотреть, как команда работает. То есть достаточно мы репетировали. Также желающих искали, кто хочет. Готовились очень долго и упорно. Более 2 недель готовились, встречались практически каждый день, потому что это достаточно большой объем работы, все продумать, все придумать, помочь вот даже вот эти ленточки, которые вот на мне, их тоже надо было где-то найти, порезать и так далее. И флажки, которые вот у вас есть. 30 ноября будут подведены итоги ежегодного конкурса в сфере оказания социальной помощи и пропаганды в Калининском районе.